Как это сделано? Рассмотрим одежду экшн-фигурки Тони. И начнем с футболки. Футболка выполнена из трикотажа кулирка, состав хлопок и немножко вискозы. Футболка прямого силуэта, на груди наклейка, логотип, по низу пришивная бирка. Припуски с открытыми срезами. Горловина футболки выполнена пришивной бейкой по кругу. Концы бейки вшиты вместе с плечевым швом. Сами припуски бейки разутюжены и закреплены. Вид спереди футболки и вид сзади. Рассмотрим рубашку. Она выполнена из хлопковой ткани, немного имеет эффект крэш. Рубашка прямого силуэта. Со стороны спинки кокетка и отделочная строчка 1 мм от шва притачивания. Спереди в области груди имеются накладные карманы. На одном сбоку пришита имитация бирки. Вточной одношовный рукав с защипом. По низу приточной манжет с застежкой на пуговицу. Разрез рукава обработан шлицей. На припусках оката и плечевых швах, также как и на кокетке, проложена отделочная строчка 1 мм от шва. Воротник стойка. Верхний воротник выполнен из основной ткани, а нижний из клеевого флизелина с открытым срезом. Что делает воротник мягким и тонким в области сгиба. Застежка по центру рубашки, одна сторона подвернута с открытым срезом и застрочена, с лицевой стороны пришиты пуговицы. На второй стороне застежка, край обработан планкой с закрытыми срезами. На планке имеются разрезы в виде петель для застежки на пуговицы. Все швы открытые, без обработки. А вот боковой шов и шов рукава обметан. Низ рубашки также обметан, срез и подшит. Рассмотрим джинсы. Они выполнены из тонкой джинсовой ткани, имеют прямой силуэт, также настоящие карманы. С одной стороны имеет маленький карман часовой. Застежка центральная на липучку. Сзади кокетка, накладные карманы. Верх карманов обработан кожаной полоской. На поясе также присутствует кожаная этикетка с логотипом, как у настоящих джинс. Боковые швы и средний шов, припуски обметаны, остальные припуски с открытым срезом. Вот этот шов называется средним. Он обметан. Низ джинс подвернут два раза, и по боковому шву и среднему шву стоят закрепки. Из дополнительных аксессуаров вот такая цепочка на кольца.
спереди кожаная вставка на заклепке люверсы. Аккуратно выполнена как спереди, так и сзади. Фартук выполнен из тонкой джинсовой ткани с накладными карманами из тонкой кожи. Все застежки соединены халитенами. Все ремешки выполнены из тонкой кожи. Фартук сделан на подкладе, все швы спрятаны. Застежка в области талии на маленький крючок. Все карманы рабочие, маленькие и красивые. Обувь выполнена из пластика, очень детализирована, смотрится как настоящий. Рифленая подошва. Обувь со специальным переходником для экшн-фигурок, вот для такого шарнирчика. Кулон на шнуровке, кончики спрятаны вот в такую подвеску, похоже на металл. Браслеты выполнены из тонкой кожи и закреплены люверсами. Люверсы аккуратны как с наружной стороны, так и со стороны изнанки.